В этом несчастном псе было трудно узнать породистого самоеда. Его отобрали из рук безответственного хозяина и подарили новую жизнь. То, что псу по кличке Донг Цзинь удалось выжить – настоящее чудо. На протяжении нескольких месяцев он не ел нормальной еды и едва стоял на лапах. Из-за запущенного демодикоза у него выпала почти вся шерсть. Благодаря одному случайному прохожему, от прошлой жизни Донг Цзиня не осталось и следа. Это произошло в маленьком городке Чин джин в Южной Корее. Случайный прохожий заметил жутко истощенного пса на цепи. По морде можно было определить, что это – самоед. Однако самоеды славятся богатой белой шерстью, а у него она почти отсутствовала. Сначала прохожий потребовал у владельца Донг Дзиня забрать животное, чтобы помочь ему, но тот отказался отдавать пса. Только после того, как мужчина пригрозил ему полицией, хозяин наконец отпустил Донг к дзине. Прогнозы ветеринаров были неутешительными. Его тело практически мертво, и поэтому мы не знаем, сможет ли он пережить лечение и поможет ли оно ему. Собака была очень больна. Это был крайне запущенный случай, рассказал Экпарк, основатель организации по спасению собак Free Korean Dogs. Компания спасает собак из Южной Кореи и перевозит в Северную Америку для ухода и восстановления. Несмотря ни на что, врачи продолжали бороться за выздоровление собаки. Благодаря их стараниям, Дон Цзинь начал набирать вес и обрастать новой шерстью. По словам ветеринаров, они увидели значительные изменения уже через 4 месяца. Через полгода наш герой полностью преобразился. Позже его взяла на передержку семья из Южной Кореи, у которых уже жило несколько других спасенных собак. Донг Цзинь прекрасно поладил с ними. Историю этого песика спасатели опубликовали на сайте. Из множества желающих забрать красавца спасатели выбрали семью Иванкувера, Канада. У них есть задний двор, где Донг Цзинь сможет бегать и играть. А еще, его новая хозяйка, писательница, и работает дома, поэтому он никогда не будет один. Счастливый Донг Цзинь отправился в Канаду. Там у него появились не только любящие родители, но и маленький родственник, с которым он сразу сдружился. «Это потрясающе», — рассказал Эд Парк. «Когда мне присылают фотографии Донг Цзиня, который резвится на траве, я чувствую себя счастливым».